юных спасателей МЧС приветствует каждого из тех, кто знает, что важно для меня. Для тебя. Для каждого из нас. Мы юные помощники. Мы надежная опора. Мы подрастающее поколение работников МЧС. Мы готовы помогать. Предотвращать. Предупреждать. Возникновение чрезвычайной ситуации. Дело номер один. Ладно, слушайте, пацаны, только поймите меня правильно. Нашим меньшим. Дело номер 4. Каждый из нас движется по дороге из прошлого в будущее. И на этом пути нам нужны ориентиры, маячки, своеобразная связь поколений. Наши учащиеся доказали, что им не безразлична история жизни их дедов и прадедов. Со своим классным руководителем Татьяной Анатольевной Наумик ребята провели уникальную по своей сути работу по поиску орденов своих прадедов. С гордостью и со слезами на глазах учащиеся рассказали о их подвигах во время Великой Отечественной войны, о том, как проводилась поисковая работа. Спеши делать добро! Передаем эстафету городу Ветка!